Теплый февральский день, солнечные блики на лужах, приближение выходных. И вот она, та самая страшная отмашка инспектора ГИБДД. Какие могут быть первые мысли? Конечно же, нарушил, но нет. Традиционно сотрудники госавтоинспекции поздравляют водителей с Днем защитника Отечества. Этот год не стал исключением. Так, 20 февраля инспекторы ГИБДД вновь вышли на улицы города, чтобы поздравить водителей с приближающимися праздниками. Здравствуйте! Сегодня сотрудницы госавтоинспекции поздравляют вас с наступающим праздником, с Днем защитника Отечества. Мы желаем вам никогда не становиться участником дорожно-транспортных происшествий и всегда соблюдать правила дорожного движения. И в подарок от ГИБДД мы вам вручаем вот такую вот открытку. Я только скажу, мне 60 лет за рулем уже, 61 года, нарушений нет. Стоит отметить, что водители с радостью принимают участие в акции. Если останавливаюсь, что-то нарушил. Как оказалось, это одно из немногих приятных моментов, когда останавливают и сотрудник ГАИ вручает подарок. Уже по радио слышно и это ощущалось праздник. Сказали, вас уже встречают, вас ждут, типа такое вот. Но где, не знаю. Поддерживайте идею такой акции. Правильно, хорошая идея. Мы желаем, чтобы любая дорога была легкой и счастливой, уверенно вела вас от успеха к успеху, дарила силы и оптимизм. И самое главное, чтобы на светофоре вашей судьбы всегда горел зеленый сигнал светофора. Вот такие в Ульяновске добрые и позитивные сотрудники ГИБДД. А мы присоединяемся к поздравлениям. Желаем покорять новые вершины и, самое главное, никогда не нарушать правила дорожного движения. Юлия Калинина, Александр Кудряшов. Новости УПРАВДА ТВ.